«Сваты» – российско-украинский комедийный сериал. Проект пользуется невероятной популярностью и народной любовью. Народный артист России Федор Добронравов объявил дату выхода 7-го сезона сериала «Сваты». По словам интерпретатора роли Ивана Будько, премьера нового сериала намечена на сентябрь 2021 года. Актер признался, что со всей съемочной группой боялся угадывать точный момент выхода сериала, потому что разные виды вопросов возникали неоднократно. Сначала актерам запретили въезд на территорию Украины, а позже появились слухи, что главные герои проекта намеревались уехать. Политические разногласия между соседними странами повлияли на многие совместные проекты, среди которых был и сериал «Сваты». Противоречия затянулись, и студия занялась другими проектами, как и актеры, которые уже давно снимаются для других сериалов. Тем не менее, работа над любимым сериалом возобновилась, и после объявленной даты релиза проект будет показан по телевидению. Комедийный сериал понравился миллионам зрителей, которые сидели перед телевизором со своими семьями, чтобы посмотреть следующую серию сериала «Сваты». На данный момент известно, что съемки 7-го сезона проходили в Беларуси. Новый сериал порадует поклонников ленты любимыми в молодости героями. В частности, роль юного Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова Виктор. Детскую версию его жены Валюхи сыграет 12-летняя актриса Мария Тарасова. Кроме того, известно, что в сериале появится новый персонаж – директор деревенского клуба «Палыч». Эту роль сыграет известный актер Михаил Трухин из сериала «Улицы разбитых фонарей». Андрей Яковлев, как и прежде, режиссирует сериал «Сваты» 7-й сезон. Сюжет будущих серий стараются держать в секрете, но разве шило в мешке утаишь, некоторые подробности новых серий уже известны и нам. Более того, появилась информация и о съемках в «Солнечной Грузии», которые недавно подошли к концу. Напомним, что первый сезон «Сватов» вышел в 2008 году. Главные роли в сериале сыграли Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев, Людмила Артемьева, Александр Феклистов и другие актеры.